Я даю команду, Насчет рикошка. Маня, появляется ее тонкое тело, стоит перед нами. Да, есть Маня. Хорошо, Маня, привет. Посмотри на нее. На... От, от, отрыхается. От трюсер. этих энергий, да? Да. Много на ней красного? Много, все тельце. Хорошо. Кроме Маня. головы и лапок. Маня, не беспокойся, я пришел тебе помочь. Сейчас я это все уберу. И я включаю внутренний белый свет кошки Мани. Один, два, три. И этот внутренний, внутренний белый свет выдавливает из кошки все негативные патогены, низкой энергии, все чужеродные энергии. Все выходит, зависает в шар. Готово. Хорошо, Маня, как ты себя чувствуешь? На лапы мыть начинает. Маня, а что ты так много кушаешь? Скажи мне. Она показывает себя котенком, очень худым. Она была голодная в детстве, да? У тебя mm -hmm. остался этот... Э, хорошо, рефлекс. Рефлекс. Хорошо. Хочешь это убрать, Маня? Нет, ей нравится кушать. Я Она поним... хочет, чтобы это не кончалось. Маня, ну это плохо. У тебя потом болезни начнут. Кому плохо? Она не понимает. Хозяйке плохо. Когда ты будешь больная от того, что ты переедаешь. Хочешь эту зависимость? Я Нет, выберу. это радость в ее жизни. Но я не могу забирать радость у кошки. Хорошо. Давай заправим. Сейчас я даю команду на еще В макушку головы Мани начинает поступать необходимое количество энергии. И вибрации поднимаются до комфортного уровня. Кошачьи вибрации. Один, два, три. Пошли кошачьи энергии. И кошачьи вибрации поднимаются до комфортного уровня. С нее шар вышел. с его. Открывая под шаром портал в галактическое ядро. Один, два, три. И этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Маня наполнилась. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Так лучше тебе, Маня. Ничего тебя не беспокоит. Она в тело хочет энергии много у нее распределить, хочет. Для гармонии. Хорошо. Хорошо. Буду тебя возвращать назад в твое биополе. И для усвоения энергии вибрации возвращаем кошечку в ее систему биоробот, душа заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Все энергии переходят на физический план. Готово. Отлично. Я даю команду. На счет 3 появляется тонкая копия кота Марцеля. Один, два, три. Да, есть. Хорошо, Марцель, мы пришли тебе помочь. Он тоже в энергиях этих бесов, да? Нет, у него другие энергии внутри. А какие там энергии? Не знаю, темные энергии какие-то внутри. Хорошо. Включай внутренний белосвет котику Марцелю. Один, два, три. И этим светом выдавливаем все негативные патогены и низкоаборационные энергии, находящиеся в его биополе. Один, два, три. Пошел свет. Энергия выходит и формируется в шар. Страх у него. Он расслабиться не может. Выдавливаем этот страх. Значит, три, один, два, три. Весь страх выходит полностью. Марсель, отдавай весь страх. Готово. Хорошо. Что там вышло? Что там за черное? Черный страх. Недоверие. Вот как. Хорошо, откуда это пошло? Считай информацию. Котик, покажи, откуда у тебя этот страх был. Сейчас его уже нет. От людей он натерпелся. От людей натерпелся, понятно. Хорошо, Марсель, ты хочешь что-то передать хозяйке? Что-нибудь? Может, тебе какой-то особый корм хочется, нравится? Или что бы ты хотел? Ничего, он пока опасается и наблюдает. Марсель, люди хотят тебе только добра, и они тебя кормят, и они хотят тебя тоже гладить. Может, ты как-то все-таки изменишь свое поведение. Тебе нечего бояться в доме. Тебя все любят там. Может, ты будешь нормальным котом? Добрым, ласковым? Может быть. Но мы тебя об этом очень просим. И хозяйка бы хотела это. Поэтому ты уже измени свою точку зрения. Мы что тебе помогли сейчас. И вот так прикармливали. А потом... Ласкали, гладили. То мы да. издевались. Этого больше не будет, Марцель. Этого... И открывая портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрывая, печатавая, растворяй. Я даю команду. В макушку головы кота Марселя начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Один, два, три. Пошли потоки. Наполняем его. Поднимаем вибрации до комфортного уровня. Пошел подъем вибрации. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Сейчас ты себя лучше чувствуешь, Марцель. Уже нет ста? Да, его энергии дали ему уверенности. Вот, молодец. Будь хорошим котиком и покажи, что ты любишь хозяев. Они же тебя любят. Хорошо. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию кота Марцеля в систему Биоробот Душа заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Синхронизация, гармонизация идет на всех уровнях. Пошел процесс. Ему нужно больше времени, чтобы стать частью этого дома с людьми и с другими животными. Хорошо, сейчас ему будет легче, у него да, это да, страх, да. страха уже внутри нет. Отлично. И я даю команду, на 3 появляется тонкая копия кота Мэтека. Один, два, три. Котик стоит перед нами. Он здесь. Хорошо. Привет, котик. У него есть, есть энергия. Есть энергия. Голова. Хорошо. Передние. Тебе помочь, Мэтик, убрать это все? Он чихать начинает, выдавить с него. Включая внутренний белый свет, мы такой один, два, три. И этим белым светом Мэтик выдалит из себя все негативные патогены, низкоэбрационные, чужеродные энергии, находящиеся в его тонких телах. Один, два, три, свет пошел. Выдавливается это все и формируется перед ним в шар. Все полностью, до 100%. Все патогенное выходит. Этот код, кстати, защищает жителей квартиры. Он видит порталы. На окнах порталы, в ванне порталы. Понятно. Мы, так мы сегодня закроем все порталы. Больше никто не войдет в этот квартиру. Он старается предупредить. Понятно. А почему он брат... вышел. Хорошо. Большой шар. Нет, Открывается нет. портал в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку. закрывая опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, и в макушку головы кота. Мы начинает поступать. Необходимое количество кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Поднимаем частоту вибрации до комфортного кошачьего уровня. Он рад, что его слышали. Конечно, Кивает он. Да, нравится тебе. так скажи, а что ты сбрасываешь цветы с высоты? Чё Он ты прыгает л... на шторы, показывая, что там порталы присутствуют. А -а -а. Присутствие О -о -о. чужого. Он предупреждал котик, да? так ты всех предупреждал, да? Ну вот, видишь, мы тебя услышали. Этого больше не будет. Он говорит, это вы меня услышали. Конечно. Скажи, тебе что-нибудь передать хозяйке? Ты хочешь что-то передать? Может, тебе какой-то особый корм нужен или какое-то желание у тебя есть, которое мы можем исполнить? А ему нравится, когда его гладят. Я тебя гарантирую, это будет и дальше продолжаться. Тебя все будут гладить. И с другими кошками тоже. Дружи. И хвалят. И хвалят, конечно. Ты же главный в доме. Ты же хозяин, да? Значит, Я надо. защитник. Ты защитник, отлично. Молодец. Хорошую работу делаешь. Только больше не сбрасывай, если можно, цветы. Внимание привлекает. Он. Ну так привлеки, привлеки, привлеки внимание, подойди, там, пусть тебя погладят и можешь сказать что-нибудь. Ты же можешь коммуницировать телепатически, как я с тобой могу. Вот и попробуй. И хозяйка догадается, возможно. Или услышит даже. Он заполнился энергиями. Мы с него шар только выдали. Мы выдали. Мы сбросили. Хорошо. Открывается. Дай команду на энергии еще раз. Я даю команду на счет в макушку головы котика. Метака начинает поступать. Необходимое количество энергии. Один, два, три. Кошачья энергия пошла. Наполняет его. И поднимаем чистоту вибрации до комфортного кошачьего уровня. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо. Мэтик, все хорошо? Возвращайте тебя назад. Ничего не хочешь больше сказать? У него, него что-то есть сзади на лапах. Сзади на лапах? На задних лапах? Да. А что как там? Чертополох прилипает. Вот что-то у него есть. Выдави с него. И в ногах сзади, включая внутренний белосвет, выдавливается этот чертополох, что у него там находится на лапах все выходит, все чужеродное. Это энергия от воронки он зацепил где-то. А, от воронки. Понятно. Вышло? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрывай, печатаю, растере. Готово. Хорошо, Мэтик, все. Больше ничего не беспокоит? Полон энергии, хочет назад. Отлично. И для энергии, и вибрации возвращаем тонкую копию Мэтика в систему, его систему биоробот-душа. Синхронизируется, гармонизируется, все энергии переходят на физический план. Готово. Хорошо. С котиками мы закончили. Давай, без пошли по квартире, показывай мне порталы, которые остались здесь.